В регионе наблюдается активное развитие сферы спорта. Многие проводятся мероприятия в привлечении жителей сел к здоровому образу жизни. Одним из примеров – спортивный комплекс в селе Орлик, введенный в эксплуатацию в этом году. К 30-летию независимости страны в целях развития неолимпийских видов спорта была открыта новая школа. О спортивных достижениях наших спортсменов расскажет моя коллега. В соответствии с посланием президента, в целях развития массового спорта в области функционирует 1139 объектов. К 2025 году планируется построить еще 26 спортивных комплексов, 25 тренировочных площадок воркаута. Возросло число людей, регулярно занимающихся спортом. Сейчас их количество составляет 34,2% населения области, то есть 226 589 человек. В своем послании глава государства поручил оптимизировать средства спортивных клубов и направить их для развития детского спорта. Эти работы проводились и в нашем регионе. В профессиональные клубы были вовлечены 1000 детей в разные секции. Также в этом году идет работа по реализации государственного заказа через подушевое нормативное финансирование спортивных секций. Детский спорт также в центре внимания. В нефтяном регионе функционирует 17 спортивных школ, 7 физкультурно-подготовительных клубов, 3 академии при профессиональных клубах и 2 детских центра. Всего по 26 видам спорта бесплатно тренируются 14 127 детей. В конце года планируется открытие детско-юношеской спортивной школы в микрорайоне Нурсая. Там будут заниматься 1000 детей по 7 видам спорта. В области есть только одна специализированная школа, основанная в далеком 1954 году. Здесь более 1500 детей занимается по 12 видам спорта. Работают 52 тренера, которые являются профессионалами своего дела. В этой школе занимается по 12 видам спорта. Все бесплатно. Здесь есть все виды борьбы, тэквондо, шахматы, тяжелая атлетика, толстмалах. У нас есть достижения. Наша воспитанница Нургалиева Зарина недавно заняла первое место в чемпионате Казахстана по шахматам. Есть призеры чемпионата Казахстана по вольной борьбе. В спортивной школе занимается 1512 детей. Я трехкратный чемпион Казахстана по тэквондо. С 5 лет занимаюсь спортивной секцией. Мне нравится ездить на соревнования и бороться. Я занимаюсь секцией по самбо с 2013 года. Бесплатно. Приглашаю всех. Атырауские спортсмены с начала года показали хорошие результаты. На чемпионатах мира было завоевано 28 медалей, на чемпионатах Азии – 20. С официальных чемпионатов Казахстана привезли более 700 наград. На спартакиаде среди людей с ограниченными возможностями сборная Атырауской области заняла 3-е место в общекомандном зачете, завоевав 27 золотых, 26 серебряных и 10 бронзовых наград. В Паралимпиаде в Токио приняли участие 8 спортсменов Атырауской области. 3 из них завоевали серебряные медали. Торгын Жортабай, Алихан Хайдар, Жанна Саганышкызы, телеканал Атырау.